На тот момент мы только начинали работать в женском центре, и я поняла, что вот это подавление на разных уровнях, но оно присутствует во всех республиках Северного Кавказа. И подойти к этой проблеме очень тяжело. Образовалась странная такая фигня, как бы женщина типа хранительница очага, да, назначили нам эту роль, сказали, ты хранительница очага, храни. И они стали хранить. И чем больше ты хранишь, тем больше заложницей ситуации ты становишься, этот очаг оборачивается ловушкой. Это не ренессанс, это новое веяние. И в этом трудном времени очень важно, чтобы мы были вместе. Мы женщины. Чтобы мы умели, и у нас было желание поддерживать друг друга.